We good. I'm a fat man. Feed it chewing drugs like Pac-Man. TNT on your walk, man. You ain't fucking with it, you can take a walk, man. Take a walk. После этого уже как бы 2 часа мы уже в пути. Мы только что остановились, все мальчики ушли делать покупки. Конечно, не все, как вы видите. Ладно, продолжаем. Помню, как от удара летели папиросы, и кидалось все, и кидали все. Со мной только слово, со мной только свет. Ты горишь на Рим, мир варит шарим. Давай поговорим, ты с малых дарит, дарит. Не нагни меня, мани дым, буду Скоро лето, а это скоро лето.
А это значит... Это наше лето, кайфуй и танцуй. Это наше лето, люби и целуй. Босиком по лужам, нам никто не нужен. Это наше лето. Ой, обчаюсь, что это лето? Нас обнял морской прибой, рядом со мной. Подпишись, я полный, я вхожу в кураж. Это встречает нас, я рядом с тобой. Наконец, через долгий путь мы наконец-то пришли на место отдыха. Там правительство под горами в этом районе, в этом области построили вот небольшую зону, нет, очень даже большую зону отдыха, где можно было посидеть вот в таких местах и хорошенько там покушать, полежать, поотдыхать и наслаждаться природой. Там были еще вот с этой дороги можно было отправиться в горы, а есть еще много других тропинок, которые ведут в парк. Да, кстати, там был еще парк, магазин, там рынок небольшой, и там можно было купить что-то на память. И, кстати, после того, как мы перекусили, мальчики купили на прокат коней, чтобы прокататься, что ли. И вот один конь за час стоило 800 сомов. Так как мои многие подписчики из России, объясню, разница между сомом и рублем не такая уже большая. 800 сом это около 780 или же 850 рублей. Как вы видите, мальчики только и делали, что веселились. Ну, а мы девушки, ну, тем более нас было всего пятеро, и мы не умели там кататься на лошади. Как вы видите, только и мальчики там катались на лошади. И получилось так, что мы уговорили своих одноклассников прокачать нас на конях, и мы тоже немного повеселились. После прогулки с конями мы немного перекусили и наконец решили подняться на горы. На горы мы, кстати, поднялись на машинах, вот таких вот, которые называются портеры. Если кто-то не знает про этих машин, можете погуглить портеры. Наконец мы пару часов погулялись по горам, потом спустились в гор на место отдыха и немного опять сделали свою дискотеку, мальчики приготовили шашлыки, перекусили немного, потом мы прогулялись по парку снова, купили разные побрякушки там на память и возвращались домой. А как мы возвращались домой, сейчас я вам покажу кадры из автобуса. Женщины моей, я хочу остаться с ней, с ней. Да, с ней, я хочу остаться с ней.
Здесь мы снова подпеваем с одноклассниками разные песни, когда мы возвращаемся. И извините за то, что я закрыла перо, камеру. Просто были те, кто не хотели, чтобы я показывала их лица в YouTube. Вы же понимаете. И вот так закончился один из моих самых чудесных дней с одноклассниками. Я очень буду скучать их, потому что мы больше не будем с ними видеться каждый день. И прошу вас поставить лайк, спасибо за просмотр. Я очень много трудилась над этим видео, и, пожалуйста, поддержите меня лайками.